Итак, начинаю сразу отвечать на вопросы, которые были под комментарием. Их было много, по типу, да ладно, ничего там никто не скрывает, в Африке всегда была пустыня, люди жили только возле Нила, городов нет, ничего нет, а карты врут. Тогда, получается, и наши все с вами карты врут. Мы же по факту не можем поехать ту же Африку посмотреть и прочее. Но, если все врется, зачем они переписывают все, что врут, начиная с 1497 года? Потому что именно это самая старая... Нет, не я там, прошу прощения. Именно это самая старая карта в мире, которая есть на данный момент. 1492 год. Африка заселена. 1587 год. Африка заселена, пустыни Сахары как таковой нет, как мы ее знаем. Дальше. 1568. То же самое. Африка заселена, пустыни Сахары нет, в Африке есть реки, озера и куча-куча городов. Дальше. 1540 год. Африка заселена. В середине есть озера, в середине есть города. Это все разные авторы, разные года. 1599, то же самое, есть города. И отсутствует так называемая пустыня Сахара. 1607 год, Африка заселена. Я могу продолжать, таких карт очень много, и они написаны в разные года разными авторами с разных стран. Но, тем не менее, скептики все равно находятся. Это 1891 год, и все то же самое, в принципе, что мы с вами сделали. Но здесь еще есть остатки роскоши, небольшие городишечки остались. Но, тем не менее, уже Африка выглядит так, как мы ее, в принципе, знаем. 1891 год. До 1700 года Африка заселена. Много, много озер, много рек, много городов, но сейчас ничего нет. Добрый уже вечер, Украина с вами. Надеюсь, в хорошем смысле. Теперь продолжаем дальше. По поводу того, если все-таки якобы в Африке были города, куда они делись, и там же растения должны быть, и прочее, прочее, прочее. В Африке куча оазисов. Вот это то место, где было озеро. Мы его тоже тогда смотрели. Я просто напоминаю, чем мы закончили трансляцию. Вот этим. На этом месте... были города, были озера, если сравнивать старые карты. Сейчас это все выглядит вот так. Ну, природа, да. Скептикам отличный вариант, идеально подходит природа, что заморачиваться. Взять тот же Египет. Это сейчас напоминание, помню, было то, что мы с вами просматривали. Природа. Ну, природа. Окей, хорошо. Растения, куда делись растения? Оазисы еще существуют, но их уже не так много. Каждый бедуин знает, где найти в пустыне воду. Интересно, как он это сделал, если у него только нет старых карт. А вот эта часть территории... Благодарю. А эта часть Африки... Старым картам... Вы, наверное, не сразу подключили. Старым картам нельзя доверять. Но... До 1700 года разные авторы, разные года и разные страны писали одну и ту же карту. Поэтому я делаю по вашим выводам, нашим картам тоже нельзя доверять, потому что у нас-то нет глаз, спутники-то их нет, Земля ж плоская, ну и вообще все. Ладно, продолжаем. Теперь по поводу самой пустыни. Мы проглядели с вами только Египет. В Египте, как оказалось, мало того, что Нил был заселен, это и логично, потому что где река, там и... Нил, там и жизнь, там и люди селятся. Но и вот здесь вот также были города. Все, что от них осталось, это пирамиды незначительные, это незначительные вот такие камешки природа, выдутые природой. Это сейчас был сарказм, кто не понял. Но скептикам, скептики, что с них взять. Но они стимулируют как бы находить все больше ответов и усомневаться всему, что говорит официальная наука, так как наука, в корне слова науки есть звук «ук» или... В общем, пока об этом не буду ничего говорить. По поводу Египта. Я сегодня не зря задала этот вопрос. Кто-то видел на самом деле, вот нам, когда мы изучаем в школе, нам показывают Египет и говорят, вот пирамиды строили так, и куча картинок, да, там, таскают блоки рабы, на них еще там надзиратели сидят и прочее, прочее. Но я была... разные музеи смотрела, именно по Египту, и ни одного барельефа я не нашла, где показывалось бы сие действие.
Ну, вообще ни одно. Предлагаю вам сейчас как раз перебраться в Британский музей, потому что именно Британия была лидером стран. Ну, Испания еще там немножечко... Что еще? Какая страна? Франция, по-моему, были. Но с учем Великобритания, она же Англия, была той страной, которая по максимуму выжила из Египта во время открытий. Такс. Вот так выглядит центральный холл Британского музея. Когда-то я уже здесь бродила, были трансляции по музею, но мы просто ходили, бродили, чего здесь в принципе есть. А есть здесь очень много. Судя по карте, она разбита на части, то есть там три, по-моему, этажа, еще и... Ну, да, возможно, не буду пока ничего говорить. Разбита на части, причем самое интересное, эти залы не просто там зал Египта, зал там Месопотамии, зал это, они плавно перетекают друг в друга, и не все залы еще оцифрованы. Вот это то, что посвящено Египту. То, что реально есть. И здесь же находится камень Розетты, с помощью которого расшифровывают египетские иероглифы. Но я 300% даю, что здесь только такое выставлено, что можно выставить на всеобщее обозрение. Но, в принципе, и его будет достаточно. Так, я хочу сначала и пройти сначала показать вам этот зал. Вот так это выглядит. Колонны, все, что сперто с Египта, все хранится здесь. Именно сперто наглым образом, потому что это достояние все-таки Египта. Но люди предпочли оставить все себе. Да, скрыто, вообще я насчет этого не заморачиваюсь. Но в коллекциях, и люди сейчас оцифровывают свои коллекции, можно найти такое, что не натянешь ни на какую науку, извините, вообще от слова. Ну вот так выглядят эти барельефы. Причем предыдущие, что я показывала, они все срисованы с реальных барельефов. Эти барельефы хранятся в коллекциях. В разных причем. Вот Египет — это та страна, которая рисовали и писали то, что видели. То, что видели. Рисовали и писали. Ну давайте поглядим, что они нам оставили посмотреть. Перевода я, к сожалению, знать не знаю, египетского. Да, и в принципе его никто знать не знает. Потому что сейчас я вам покажу камешек и объясню, как вообще проходит перевод с египетского, с древнего какого-то языка на действующие языки в мире. Ищет ключ. Что такое ключ? Это определенный набор символов. О, возможно, мы тоже находили много чего, что не вписывается в ту историю, которую рассказывают нам в школе. Поэтому, собственно, то я и начала задавать вопросы, а почему так? Ну, ответ учителей меня, конечно, очень радовал, ну, потому что так. Потому что так. Идеальный ответ вообще. Потому что так им захотелось. И школьная программа, это программа, ее написали, цензура, она одобрена. Что можно говорить, что нельзя, какие темы рассказывать, какие темы не рассказывать. Поэтому, когда мне говорят, меня в школе учили, вас не учили, вам просто давали по поводу Египта и Киева, у меня вообще вот реально та версия, которую я хочу подтвердить, что все страны, которые мы с вами сейчас знаем, это не были странами, ну, как вот там Англия, Великобритания, у них там свои там религии, Великобритания, Англия и Украина, у нас свои там. Нет, это все было единое. Вот это я сейчас пытаюсь подтвердить. И, в принципе, частично мне это все получается сделать. Но это все стандартное, то, что мы знаем в школе, в музее. Но есть пару штук, которые занятны. Вот только я не помню, в каком это было зале. Вот поэтому я сейчас это ищу упорно и хочу вам показать. Так. Вы верите в потусторонние силы? Ну, смотря что вы под ними подразумеваете, в потусторонними силами. Если, скажем, да не было понятия государства как такового, мне кажется. Было просто... Ну вот смотрите, пример Югославии, да? Или пример того же СССР. Это было, блин, да это было огромное государство на пол материка Евразии. Просто огромное. Одна наука, одна культура, одна, не знаю, один язык.
Да, я же только об этом и сказала. Учителя говорят только то, что у них в программе. Ну вот, к примеру, смотрите, большой маленький человечек. Большие маленькие люди. Как минимум, это уже должно отталкивать вопрос. А по поводу государства, не единое государство, а единая, я бы сказала, держава. Так что ли это правильно звучит? Потому что государство это вот эти все чиновники, которые сидят и пузо набивают. А вот там тогда было именно государство, держава, держатели, которые ценили, хранили, собирали, созидали. Так, наверное, это не в этом зале. Либо я прошла. До птеродактиля. А насчет птеродактиля я вообще сомневаюсь. Ну, к примеру, смотрите, ладно, это не в тему, это вообще Ассирия. Вот это просто ворота. Просто ворота. А теперь подумайте, рост человека, ну, примерно вот такой вот, вот до отсюда. Я не помню, сколько там, 2 с чем-то метра, но, грубо говоря, вот тут где-то 1,80 м средний рост. Для кого это? Даже если въехать на коне, это как минимум вот так. Да я не говорю, что СССР это пример вообще чего-то. Я просто привожу пример тот, который был бы вам понятен. Ну, с Ассирией мы чуть позже разберемся и с их джиннами. Хотя бы Африку. Так, это ассирийский зал. Прошу прощения. Значит, возвращаемся. Египетский куда-то туда. Я же говорю, вот в Британском музее он как-то разбросан по кускам. Его надо собирать именно. Там где-то поворот был, я его пропустила, наверное. А вон он. Сейчас повернем. Так, ага, меня туда не пускает, зараза такая. Это тоже Ассирия. Это мы тоже все видели. Так, ну допустим, ладно. Здесь был другой зал. Сейчас я на него перейду. Так, это Азия. Еще рано. Вот. Это Африка. Это уже новое царство. Причем примечательно, что в старом царстве Египет, ну, Египта не было темнокожих, то есть их никак не изображали, хотя и были цветные рисунки. Здесь же уже есть. И в принципе они везде. Питер, да, Питер это вообще такой город-загадка. Кто его сделал и зачем? Что? У меня такое есть там. Это уже новое царство, когда египтяне, так сказать, уничтожали темнокожих людей. Хотя парадокс в чем? Я же говорю, в старом царстве не было ни намека на темнокожих. Да, скорее всего, нелегко выложить, потому что у меня в голове Все, это Новый все год хорошо, закончился. у меня в голове это все разложено, в принципе, по полочкам. И когда вот я пытаюсь собрать информацию, я тоже ее вижу, но как бы так проще донести, сложно. Тем более, смотрите, эта карта Египта, ну, Судан, Египет, Нубия, но единственное, здесь не указан год. Вот они даже здесь красивенько рассказали, что только возле Нила жизнь, да, а там везде все пустыня. Но, опять-таки, возвращаемся к старой карте. Вот даже я отсюда вижу Нил. Вот, да, города. И вот здесь вот куча-куча-куча городов. Они изначально уже заведомо показывают ложь, а вы в нее все верите. Но официально, официальная наука. Все, точка. Зачем сомневаться, если это официальная наука? Это все равно не тот зал. Будем искать дальше. Так, это кто у нас? Нет, это не Египет. Причем по плану... Вот это была карта сейчас. Их тут у меня много открыто. Вот это именно была карта Фарлани Паоло 1568 год. Где найти? Я скинула ссылку на эту коллекцию картографических карт в Телеграме. Там просто ссылка, заходите и ищите. Так, я потерялась. Вот сюда, по-моему, нам надо. Да, вот еще все с Египтом. Ну, там вазочки всякие. На самом деле, вот они говорят, вазочки, там осколки, там чешуйчатые какие-то штуки, там наконечники. Это археологические находки. Нет, все, что нужно, они уже спрятали. А это вам втирают и показывают, что они были такие вот неразумные. Просто, ну, создавали эти камешки. А вот еще. Ну да, жестокость они не покажут, такую, которую мы видели в этой же картографической коллекции, где там руки отдельно, ноги отдельно, мужские достояния отдельно. А в музее выставили то, что, в принципе, можно народности показать. Так, это уже не Египет. А ну-ка, сейчас мы...
Фернери архи. А, ну, это опять вазочки и эти, как же они называются? Там, где органы хранятся после мумификации. Не помню, честно. Тема Египет, вообще Африка. И хочу, ну, как бы, вот то я показывала, то, что было в частной картографической коллекции. А это официально то, что находится в Британском музее. И самое интересное, они не выставляли то, что есть в той же картографической коллекции в Британском музее. То есть здесь все стандартно. С правдой? Да ничего, я просто ее расскажу. Кто захочет, примет. Кто не захочет, останется в этом мире иллюзий. И каждый, в принципе, знаете, если знать, что это принцип мумификации. В принципе, каждый, если узнает что-то для себя, да, уже не будет верить в ту лапшу, которую будут сейчас преподносить, а ее уже преподносят. Вот смотрите, яркий пример, тот же коронавирус, в котором мы с вами живем. Уже какой год? Сегодня какой? 22-й год? Ну, грубо говоря, 2 года. Что это смертельный вирус, что это все печально, страшно. Люди побежали, делали прививки, половина из них заболела, часть из них умерла. Нам говорят, что да, это все, короче, иммунитет ваш не справился. Сейчас прошли новогодние праздники, и никто не заикнулся о том, что было вообще какой-то там всплеск эпидемии, что все болели там, и никто. Но только стоило праздникам закончиться, все, понеслось массово все болеть. Вот, пример. Египтянка. Вылитая прям египтянка, да? То, что мы сейчас с вами знаем. Ну, в общем. Сейчас начался этот омикрон, и люди начали резко болеть. Поэтому, правда, каждый решает сам, что делать с этой правдой. На самом деле, не доверять никому – это идеальный принцип. Мое тело – мое дело. Да где это все? Вот еще части папируса барельефом. Но это, скорее всего, уже новое царство. А старое в другом зале. Причем египтяне вот так не рисовали. Они рисовали либо в профиль, либо в анфас. А здесь уже люди повернуты. Поэтому у меня есть предположение, что, возможно, это все фейк. Да, все правильно. Ну, не, это совпадение. Вам скажут, это совпадение. Это просто совпадение. Так, это не тот зал. Давайте дальше поглядим. Где-то здесь еще был. Вот здесь, по-моему. Да, все перемешано. Это Ассирия, вот Египет. Вот сюдашечки нам надо. Или мы здесь были? Да. Вот я же говорю, плохо, что у них нет указателя, куда идти, что найти и как это все связать. Так, это не то, это христианство. Причем было оцифровано больше залов. Сейчас их почему-то здесь меньше. Либо их убрали на так называемую реставрацию. А это инки, это еще рано, до этого мы тоже дойдем. Либо их убрали на реставрацию. Либо их просто убрали. QR-код. А зачем? Кстати, блин, вот просто даже мозгами подумайте. Нет, это не квест, это Британский музей. А ни от одной прививки в мире, которую мы с вами делали от реальных болезней, никто нам не давал QR-коды. А тут резко, резко вписали QR-коды. А, вот этот зал. Что это за... The Age of Empire. Век империи. Так, мы здесь были. А, вот он. Все, я его нашла. Вот он, камень Розетты. Ща, только с этой стороны достать. Вот этот камень, с помощью которого расшифровывают все египетские. Ну, не только. Здесь на 3 языках он написан. What's the Rosetta Stone? Здесь, конечно, плохо видно. Так, ну, если очень кратко, найден 27 марта... Нет. Decree, не то. Сейчас
Сейчас, где-то он тут был найден, плохо видно. В общем, если очень кратко рассказываю, три разных надписи. Одна из них арабская, вот вторая египетская, и вот это, по-моему, то ли греческий, то ли чего, с которой, который лучше всех сохранился, из которого перевод делают. Но вы видите, часть камня отсутствует. То есть этот камень написан тремя языками, но с одной и той же информацией. Лучше всего сохранился вот эта часть. И по этой части, и, ну, или по этой, уже не помню, честно, не буду вас вводить в заблуждение, по одной из этих двух частей переводят оставшиеся два языка. Я бы сейчас вам прочла, но здесь очень плохо видно. Нет, different languages which help describe the Ancient Egyptian hieroglyph script. It's не вижу чего. Early served fragment of a large stele recording a decree. А, это кусочек стелы, самый большой кусочек стелы, который относится к 1906 году BC, before Christ, до Рождества Христова. At the top of the decrees was written in hieroglyphs. Так, был написан на иероглифах Египта. Дальше. Еще что? Там еще три языка. Я пытаюсь просто найти их, но очень мутно видно. Ну, короче, кому сильно интересно, можете заморочиться и прочесть этот Розетта камень. Я просто вам показываю, что это реально существует. Вот он. Здесь есть, и даже здесь расшифровка как вот The Key of Egyptian Hieroglyphs, ключ египетских иероглифов. То есть они думают, они нашли ключ и переводят типа по этому ключу. А на самом деле они ничего не переводят. Они только делают интерпретацию тому, что в принципе можно быть. Ну, элементарный пример с русского на английский. В английском языке есть такое слово, как thirsty, что дословно на русский переводится как «я хочу пить». То есть у нас три слова, там одно. А теперь думайте, если в египетском такой же вариант, а нам переводят тремя и может быть даже неправильным, но thirsty — это как бы испытывать жажду, даже вот так вот, но нам переводят «я хочу пить», «испытывать жажду». В разном контексте это может быть совершенно разная трактовка. Поэтому то, что нам переводят, не факт, что оно правильное. Ну, как минимум так. Теперь я предлагаю вам все-таки вернуться к непосредственно нынешней карте Египта и, в общем-то, всей Африки. Вот смотрите, вот эта вся территория Сахары, она была заселена, судя по старым картам, которые я вам только что показала. Это факт. Мы с вами просмотрели Египет и часть, по-моему, Ливии. Да, Ливии. Вот это вот конкретное место, где было озеро, предположительно. Ну, здесь вот даже вода. Я показываю вам старую карту с Ливии. Просто я хочу дальше просмотреть это все. Самая-самая старая карта вот. Ну, как я нашла это озеро? Я просто посмотрела по вот этим выемкам примерно. Вот так вот. Ну, то есть, вот, да, похоже на вот этот выступ. Плюс-минус. Может, я ошиблась, но... Сейчас я это закрою, чтобы мне не мешало. Но это где-то вот так. Вот это озеро. Причем оно большое, да, и вокруг озера есть куча-куча городов. Мия, там, Бурса какая-то, и Барре, и прочее. Сейчас здесь нет ничего. Но есть вот это. Вот это есть. Ну, это самолеты здесь. Если приблизить, то, блин, выжженная земля. По-другому это не скажешь. Ливия. Ну, так это все выглядит в камушке. Камушки. И дальше. Камушки. Если просматривать всю Ливию, то она будет примерно в таких камушках. Ну, давайте сравним хотя бы это одно озеро, которое, может быть, здесь было, может, не здесь. Еще какую-то часть, чтобы убедиться наверняка. Исландия? Почему Исландия была? Это все-таки старая страна. Как это ее не было? Ну, допустим, это было то озеро. Где еще? Ну, ту часть мы посмотрели, там тоже все так же выглядит. Вот меня смущает вот эта штука. Это горы или...
Или что это? А ну, если чуть позже, через 100 лет. Через 100 лет это вот так вот выглядит. Но, тем не менее, это озеро все так же присутствует. И горы также присутствуют. Причем, посмотрите, сколько озер. Эта карта уже через практически через 100 лет, 1587 года. И вот большая река, и вот куча гор. А ну-ка, я хочу посмотреть, есть ли эти горы. Ну, под песком, конечно, вряд ли они будут. А, может быть, на одной линии. Так, ну, где-то вот так вот примерно должны быть горы. Плюс-минус. Плюс-минус. Да, только неизвестно, в каком году Исландия появилась. Ну, официально. Я уже насчет официальности, блин, вообще ничего не... Ну, вот вам горы, к примеру. Я не знаю, это та линия, не та линия. Просто клацаю, щелкаю картинки, которые здесь есть. Кто-то даже писал, они специально тут поставлены. Да, вот по всему миру просто вот специально разбросанные картинки. Вот еще и такого характера. Вот вам бедуины. Карты, которые я вам показывала, это коллекция картографических карт Дэвида Рамси. И ссылка на них тоже есть. Ну, вот, смотрите, куча барханов, куча гор. Так, это Ливия. А вот это что такое? А, ну это мы смотрели в прошлый раз, точно, я помню эту штуку. Вот так это выглядит. Объяснения нет. Просто штука. И все. Нет, это не француз. Это французский, я его не знаю. Да, вот они. А, прям чтобы видно было современную карту и эту, не получится, потому что масштабы разные, к сожалению. Сейчас. Это 1587 год. Я просто пример... Причем Африка на всех старых картах, она в том состоянии, в котором мы знаем. Вот, вплоть до берегов, какую бы я карту ни открыла. И глупо говорить, что они тогда рисовали и видели, как было. Вот, это самая старая карта, которая, в принципе, только может быть. На данный момент, которую нашли. Но еще куска здесь Африки нету, которые не открыли там, где ЮАР сейчас. Вот еще карта. Тоже Африка, так как мы ее знаем. Но с тем учетом, что в ней есть озера в середине пустыни. Вот еще это 1540 год. Мар. Причем Мар, море. Может, они озера так называли. Клератус Палус. Анагобус Мотес. Анагомбри Мотес. О, горы Анагомбри какие-то. Баката. Ангуле. Да, этот, латынь. И вот города. Хаморум Сиутас. Гаморум? Гамора? Содом и Гамора, что ли? Да ладно. Ну, Хаморум. Хаморум. Так, а теперь я хочу найти это место. Как это сделать? Так, вот Нил. И сразу смотрите, за Нилом такая гряда гор, прям огромная указана. Это не на одной карте. А ну, получится ее найти, интересно. Раз уж это пошло дело, то это нужно смотреть. Так, Нил. Сейчас. Нил течет. И параллельно нему получаются горы. Так, это вот до этого момента где-то здесь должно быть. Но здесь песок, сложно сказать, есть здесь вообще горы. А горы-то есть. Давайте по этой линии тогда пройдемся. Да, там все в горах. Или остатках их. Ну, блин, я не знаю, это нужно быть глупцом, чтобы полагать, что это все сделала природа. И горы так испепелила. И города стерла. Эрозия, никто не отменяет эрозию ветров. Вообще никто не отменяет действия природы. Но здесь прошло каких-то 300,
там 400 лет. За это время это нереально сделать. Вообще нереально. Нереально это сделать за 300 лет. Вот, по идее, все горы, вот как раз они идут грядой этой. Давайте до низу просмотрим. А, ну это орошение. Тополя сделали. Растительное. Причем, а что вот это за линии? Метки какие-то. Подкова. Посмотрите на сам грунт. Он какой-то... Я даже не знаю, как это назвать. Какой. Как после пожара. Вот. Реально, как после пожара. Этот кусок. Но это растительная система. Кто не видел, как она в Африке выглядит. Ну, не только в Африке, а там, где засушливые регионы. Что это такое? Без понятия, на арабском, к сожалению, написано. Так. Фарфа. Это город Фарфа. Ну, это нынешний город, я так понимаю. Да я не знаю уже, кто это все они. Я же говорю, тут предыдущая трансляция предположила, а что если они это мы? И мы уничтожили все то, что было здесь. Покажите, уничтожили. А вот, глядите просто. Покажи. Частично в горы остались. Граник. То есть горы реально были, гряда этих гор. Хорошо, допустим, мама, они это были... что за кубишки? А, поливают... Это. Теперь я хочу найти эту хамору. Это такие голоды, да. Напоминаю, вот он здесь на этой карте есть. Хамору. А ну, на остальных, интересно, есть. Это другая карта. А, ну здесь ее, наверное, не будет, так как... Будет. Да, здесь просто долина Нила показана. Юх, Вероник. А ну здесь. А ну, сцепись. Пирамиды. Ну, здесь пирамиды уже есть. Нет, тоже нету. А здесь хамором. Да, ё-моё. Так. А ну-ка сейчас. Наказ. Гуазис, Эфиофия, Ангела, Соль, Сатула. Сейчас, Вероника, секунду, я ищу город. Вот хамора. А, это далеко получается. Это далеко-далеко, это в середине. Я не там ее смотрю. Это где-то вот здесь. Я ищу подтверждение тому, что старые карты не врут, и реально 300 лет назад плюс-минус что-то случилось от того, что все исчезло, все, что мы знаем. Причем, посмотрите, как они писали. А-Египти. Не просто Египет, а Египти. Ну, я понимаю, в разном языке страна звучит по-разному, но это уже не первый раз, когда я встречаю. В данный момент я хочу найти город Хамором. А вот он. Хамором. Так, и что здесь? Это где-то вот здесь вот должно быть. Примерно. Хаир, Ливия, Нигра. Нигра черный. Сара, Ливия, Либия. Сальсар, сэр. Так, здесь нет, а здесь. Так, горы, горы, горы. И за горами где-то вот здесь вот должна быть Хамора. Нюса! Вероник, не кричи. Ну, тут плохо видно. Вот, какое-то гуга. Что-то не то. Так, ладно, давайте поглядим на нашей карте, как это все выглядит. Горы примерно вот здесь. И если брать от гор, то где-то вот здесь. Ну, наверное, мы здесь ничего не найдем, так как здесь куча-куча песка. Угу. Без вариантов. Ну, может, вот здесь вот что-то. А, ну это добыча нефти. Не то пальто.
Вот минус этих карт, они не точные вообще. Может, это где-то здесь. Содом и Гоморра, помните? Может, это как раз и здесь и было. Ну, блин. Тут на каждом куске какая-то штука непонятная. Покажи. Где? Покажи мне, мам. Смотри. Не вижу, на каком куске непонятно. Везде. Ты чай пьешь свой? Нет. Ну так и в чем дело? А где он? Там, иди пей чай. Чай возьми, здесь пей, смотри. Возможно, вот здесь вот и была эта Гоморра, которая указана на той карте. Сложно сказать на самом деле, что здесь было. Край земли. Да нету края никакого земли. Мы живем здесь, где мы живем. И... А кто, кстати, болел? И, к сожалению, нету здесь выхода и края. Просто... А вот, смотрите. Это ж как раз та часть, где были эти взрывы. Точно. Кейв... Что-то какая-то пещера. Cave of the Beasts. Пещера чудовищ, кстати. Где? Ну, это место так называется. Где пещера чудовища? Где? Вот это? А, да, мне кажется, не только в Ватикане. Оно спрятано как-то, если хочешь, ну, хочешь спрятать понятно. Что-то такое, это прячется не в одном месте. Вообще, ладно, мам, не я в одном. Пойду. Ну, по Библии, да, Содом и Гоморра недалеко от Иерусалима. Я в я курсе. И я тебя люблю. Но, еще раз показываю эту карту. Хоморм. Город Хоморм. Хамоника регион. Я просто предположила, что может это и есть та Гоморра, Содом и Гоморра, о которой говорится в Библии. Ведь Библия тоже есть частично, правда, частично. Ну, не то что. Кусочек правды они все равно спрятали. Это как ложка меда в бочке с дегтем. Так, что здесь еще за города есть? Кстати, а где же это было? Где конец вообще этого всего? Ириба. Ну вот, вот здесь вот заканчивается, в принципе, пустыня. Она выглядит вот так, эта часть. Тассирия. Причем такие ветки, как корни, да, вот как молнии. Я не знаю, что это. Но здесь уже идет более-менее... Травичка, зелень, люди живут. А промежуток где-то вот здесь вот заканчивается это все. Выше, наверное, вот здесь. Да. Вот здесь вот идет линия. Вот она как раз. Чад, точно. Сейчас я вам кое-чего покажу про этот Чад. Вот это место. Это... Там есть такое... Место, как называется, лабиринт. Ну, он условно называется. Не знаю, насколько это реальный лабиринт. Но то, что я видела, это было реально похоже на лабиринт. Сейчас покажу. Вот так выглядит Чад. То, что я вам сейчас показала, где примерно вот он, этот Чад. Этот район, где заканчивается пустыня. Ну, или то, что сделалось до того момента, как это было пустыней. Вот так это все выглядит. И нам по официальной истории рассказывают, что высохло море и насыпался песочек. А откуда то, что под песком? Да кто его знает, в принципе. Масштабы песка очень огромные. Барханы высоченные просто. Вот люди, к примеру, а вон там эти все барханы. Вот горы, которые на старых картах тоже есть, но они как бы уже не горы, а остатки роскоши. Выглядит это все вот так, очки. Это оазис. Как же он назывался, сейчас скажу. Пресноводный оазис Аунина Серер и его окрестности. То есть пустыня, да, высохла, и тут оазис. Просто оазис. Причем, если высохло море, как они говорят, почему пресноводное? Пресноводный оазис. Почему все оазисы пресноводные? Ведь море-то высохло, которого нет ни на одной карте старой. Но есть много-много озер. Вот, поглядите, как это все выглядит.
Это на краю озер Униага. Кстати, давайте сейчас поглядим на Google картах, где это вообще находится. Наверное, Униага где-то вот здесь. А что это такое было? Узаду. Ладно, сейчас я введу Униага, может, оно мне найдет. Униага, вот оно. На. А, так это вообще, считай, граница этого. Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу это место, где мы сейчас с вами летаем. Вот так это выглядит. Вот здесь вот. И, собственно, сразу же. Что это? Что это за бадабум такой был? Кругленький такой. Ой, что это такое черное? Некрасивое. Как в мультике, да? Черно-белый. Но нет. По официальной истории это природа сделала. А если по старой карте поглядеть, чего здесь было? Сейчас я хочу примерно понять, где это мы. Так, так, так. Пенек. Да нет, не пенек, это как остаток того, что влетело, я бы сказала. Я бы так вот, смотрите, вот оно. Сказала. Вмятина. И ты бы так сказала, понятно. Вот вам вмятина, давайте поглядим на старую карту. Вот это мы сейчас возле, ну, недалеко возле этого места. А теперь старая карта. Так, сейчас. Вот наша Африка. Где Африка? Вот Африка. Понятно. И вот где-то вот в этом районе, ну, примерно. Вулканом? Да вряд ли. Ну, сейчас посмотрим, может, и вулкан. Может, я сейчас еще ничего не утверждаю. Так, вот они горы, куча гор. Вот оазис. Так. Ага, это вот в этом... Короче, озеро, и под озером ровно вниз. Вот примерно вот так это надо глядеть. Вот этот кусочек. Вот это озеро. Ну, да, мы как раз там примерно. А ну, на этой карте. Так, вот этот кусочек. Аксекхоз какой-то. А ну-ка здесь. Нигра. Да, в любом случае, в этом регионе куча городов было. А сейчас это все выглядит вот так. Причем здесь, очевидно, был очень большое что-то город. Смотрите, сколько остатков роскоши. Вряд ли это вулкан. Игра идет на выживание. Нет, это вряд ли вулкан. Последствия битвы. Только понять бы, какой. Реально межгалактической. Либо что-то другое. Причем вот самое интересное, вот называют славяне, да, возрождают славян туда-сюда, там, но. На английском языке слово slave означает раб. А что если нам сейчас пытаются внушить, что мы такие крутые славяне, и мы про себя все можем, а на самом деле мы никакие не славяне, как-то по-другому называются наши предки. Блин, нет, это вряд ли вулкан. И как бы они автоматом заставляют нас признать, что мы слейвы. Славяне, слейвы, рабы. Я сейчас просто провожу аналогию слов. Почему? Потому что то, что более-менее можно найти, но на иностранных языках. Испанский, итальянский, французский, английский, латынь. На наших русских картах ни черта нет. Вообще от слова ни черта. Сейчас я вам под конец покажу одну занятную штуку. На подумать на завтра. А завтра будет трансляция. Когда я ее увидела, у меня был такой... знаете как? Предвкушение того, что я все-таки права в своих рассуждениях. В общем, это место, блин, я бы сказала, последствия жесткой бомбардировки. Теперь, там, где мы с вами сейчас на данный момент летали, это вот эта часть. Ну, танк последствия войны. Кстати, немцы-то тоже были очень заинтересованы в Африке. Не только в наших землях, но и в Африке. Вот, смотрите.
Я сейчас говорю, что в переводе с английского slave означает раб. А сейчас массово поднимают именно тот вопрос, что мы все славяне. И раньше говорили, что славяне это там народность, но может быть, славяне и реально были, но англичане и англоговорящие, англосаксы, проще говоря, они наше славянское приравняли к рабству, то есть они нас приручили, рабами сделали. Возможно, это так. А возможно, в том плане, они нас назвали славянами, потому что, блин, мы рабы. Я не знаю, как это правильно аргументировать. Но то, что до нас, до, блин, 300 лет назад случилась какая-то фигня, и в школах резко начали рассказывать о славянской... Ну, не то, что рассказывать, просто кратко-кратко, вечер добрый, говорить. Ну, жили-были-были-жили, прискакали гунны, прискакали те, а потом появились славяне с бухты-барахты, ниоткуда. А поднимаешь старые карты иностранных государств и понимаешь, что что-то не так. И слово «Русь» там вообще даже не встречается от слова «совсем». Об этом тоже я вам позже расскажу. Ну, короче. Итак, еще раз. Вот это место выглядит на карте Google Maps. То, что мы с вами посмотрели. А вот так вот, где оно сейчас? А вот так это выглядит в реальности. Это 3D-панорама этого же места. Просто поглядите. Остатки роскоши или остатки скал. Да, я больше склоняюсь, что это было либо ядерное оружие, либо что-то помощнее. Впоследствии чего появился, собственно, весь песок Сахара. Причем, глядите. Вот этот проект, Аэрпаны, загуглите, они по всему миру катались. У них классные панорамы и видео, кстати, видеосъемки тоже у них есть. Вот так это все красивенько выглядит. Но официальная история сюда не вписывается. Вот тоже пустыня, 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 бах, оазис, пресноводная вода. Откуда пресноводная вода, если здесь было озеро, море, соленое море, да, как они нам рассказывают? Но нет, это пресноводный оазис. И я больше ручаюсь, если здесь попроходить с металлоискателем, даже здесь по побережью бережка, этого оазиса. Здесь можно столько интересного найти, если просто в каком-то месте начать копать ближе к горам. Но это никто не даст, к сожалению. Вот так это выглядит над озером Йоа. Поглядите. Вот что случилось 300 лет назад? Вот это деревья маленькие, это все деревья. Причем они в песке. А вот это машинки, это люди. Масштабы поглядите. На Google картах... Да. Да, я в курсе, я это пытаюсь доказать. Вот она, йога. То, что мы только что с вами на 3D-съемке смотрели, вот оно все тоже здесь есть. Причем, гляньте, скорее всего, куда-то сюда шмякнулось, и вот они пошли, эти волны. Волны, осколки, взрывы. Не знаю, как это правильно сказать. Вот еще дорога в Сахару. Глядите. Это ладно, мы не могли никуда поехать и верили в все то, что раньше нам рассказывали. Но сейчас век компьютерных технологий, и у кого есть деньги, в принципе, желание, тот может поехать куда угодно. Вот благодаря таким людям открываются вот такие виды. Вот вам пустыня Сахара, юг. А, прошу прощения, ледник был раскален или откуда ледник взялся в течение 300 лет? 300 лет, вот 300 лет, и эта штука появилась 300 лет назад. Не тысячи лет, не миллионы лет, как нам рассказывают, а реально 300 лет назад, судя по старым картам. Вот, тем более здесь, именно в этом месте, ну, я же говорила уже по поводу войны. Остатки войны все равно есть. Но это современная война нашей памяти. Извержение лавы посреди пустыни в разных местах. Еще раз, наверное, позже пришли. Смотрите. Лава извергалась.
И здесь лава извергалась, и здесь, да? Да. И здесь лава извергалась. Чтобы не быть рабом, нужно не думать как раб. Хорошее извержение лавы. Только такое извержение лавы я видела. Ну да, кратеры. Еще раз. Ближе их показываю. Кратеры, да только не от лавы. Здесь нет действующих вулканов. Здесь вообще вулканов нет. От слова совсем. Ну и вот вам последствия орбитальной бомбардировки. И вот. Поглядите. Выжженная Земля. Да нет, динозавров к тому моменту уже не было. Причем вот это вот очень похоже... Ну, кто-то говорил, это дельта рек, да, допустим. Это как-то дерево. Да, какое-то. Там были города, их уничтожили. Это как дерево теперь. Да, дерево. Но вот это мне напоминает, как молния ударяет. Вот и вчера, не позавчера кто-то озвучил тоже, молния ударяет, и такие ошметки. Может быть, это вообще какое-то оружие. Ты видела? Да, видела. Может, это вообще какое-то оружие, о которых мы вообще не знали. Ну, Бермудские треугольники, это уже у нас люди придумали. У нас? Потому что в этих местах исчезают, ну, исчезали, исчезают люди и прочее. Мама. О них мы тоже поговорим, но давайте хотя бы с Африкой разберемся. Это тоже Чад, это тот же район, где мы с вами. Но каменные исполины это называются. И плюс еще я их называю лабиринтом. По-моему, где-то он тоже так будет туда подписан. Не понимаю, откуда у людей того времени такие оружия, тогда даже элементарное электричество не было. Треугольники. Ну, смотрите, это нам говорят, что не было электричества, не было там того, не было сего. А откуда мы на самом деле знаем, было или не было? Судя по тому, что я вот сейчас наблюдаю, это ж не один источник, у меня их несколько открыты, они все друг друга только подтверждают. 300-400 лет назад было что-то масштабно серьезное, называйте это бомбардировкой, я называю это уничтожением. Смотрите дальше. Это слоновые горы. В пустыне. Пустыне? И вот так. А для чего уничтожение? Да кто ж его знает? Вот это я и хочу понять. Кто, зачем это все уничтожил? Я. Угу. Вот смотрите. Ну, можно сказать, природа, да, сделала? Примерно природа сделала. Природа? Где природа? Какая красота! Да. Но это я больше не верю в отмазку по типу «сделала природа». Хочу на эту карту посмотреть с Google Earth. Это у нас Чад, плато Фадом. Так, это мы были здесь. А, вот оно. А вообще рядом. Вот, смотрите. А вот даже прям кругляшочек. То есть, блин, ну серьезно. Это все только подтверждает то, о чем я думаю, и то, что я нахожу. Теперь я хочу посмотреть старую карту, что было на этом месте до. А, теперь бы понять, где. Ну, к примеру, вот Нил делает крюк, какое-то озеро. А ну, сейчас поглядим, где это примерно. Вот она, даже отсюда видно. Так, где у нас Нил? Нил, крюк. Ага, это практически... Я поняла, кажется, где это сейчас. Это, по идее, в этой области, в этой части где-то. Ну, в любом случае, тут возле Нила куча городов. Нубия, Берда, Зерин, Физа, Накас, Сатола, Неро и Сола, Терга, Вальгита. Этих. В любом случае, тут какой ни копни, в этом городе кто-то дожил. А сейчас это все выглядит вот так.
увы и ах. А, я тоже так подумала, что их могли отредактировать, но на русском языке их 1000% отредактировали. А это частные коллекции. Это не то, что выставлено на... Ну, его можно найти, но это если сильно знать и заморочиться. А человек, который не будет ни о чем париться, там в школе тот же рефератик надо сделать, эти карты он не найдет. Потому что я их нашла только благодаря названию одной карты. Ну или если знать название, то... И причем в Яндекс.Картах оно не находит. Фу, Яндекс вообще поисковики оно их не находит. А в Google поисковике спокойненько находит. Так. Это чат. Это чат. Ну, тут вот даже любую вот эту черную точку приближаю и понимаю, что это все искусственно здесь. Блин, ну смотрите. Здесь не надо быть. Да, у меня тоже. Ну, да, старые карты это одно, но еще не стыковка в самой хронологии истории. Ну вот, смотрите, здесь не надо быть супергероем, чтобы не понимать, что это все-таки не природная, а человекотворная, рукотворная вообще штука. Это кратеры, это остатки бомбардировки, называйте это так. Короче, здесь жестко бомбили, здесь была война, о которой ни одна история, ни одна карта не говорит. Вообще от слова не говорит. Угу. А на этих местах были города Метеан. Ну вот, по-моему, здесь же и закончили. Залышки метеоритов. Вот он, залышок метеориту. А здесь были города, которые я только что показала на старых картах. К примеру, вот это колено Нила, которое есть и на старой карте. Вот сейчас запомните это место. Я открываю старые карты, просто вам их показываю. Так, где она, самая-самая первая карта. Вот она, 1492 год. Нил. Так, блин, плохо сейчас это управляться. Вот город, вот город, вот город. Ну и вот тоже города, города, города. И с этой стороны у них куча. Вон, 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 вон. Все это города. Дальше, вот здесь еще тоже города. Вот еще карта. Вот города, вот города. Это чат. А вот это то место, где были города. Кинула ссылку на сами карты в телеграм-канал, потому что ТикТок их блокирует. Здесь тоже было. Здесь даже можно на этом и не останавливаться. Так, я просто хочу понять, с какого момента это все закончилось. То есть до какого момента они перестали существовать. Судан. Темпло де Амон. Храм Амон. Храм Амона был когда-то. То есть... Ну что такого могло произойти, что вот так вот кардинально поступили со всем? Нил, а что тут за кружочек такой? Какой видос? Я что-то пропустила. Вы о чем? Так, да где конец этому всему вообще? Ух ты! А вот, смотрите, еще. Это все остатки роскоши. Это нижнее царство Египта. Ну, на тот момент Египта. Сейчас это уже Судан. Ну, 17 век. 1600... Ну, по моим подсчетам, это промежуток между 1650 и 1700 годами. То есть 50 лет. Вот, в течение этих 50 лет что-то произошло. И как понять, в какой момент и кто, и что вообще случилось,
Сложновато. Это город. Так, с города уходим. В общем, то есть до вот этого момента все это выглядит как кратер вулкана. Давайте это так называть. Так, теперь здесь с Чадом разобрались. Фаду нашли. Здесь тоже было. Это мы поглядели большущее место. Давайте сюда передвигаться вдоль пустыни. Так, пустыня, пустыня, пустыня. Вот здесь вот какие-то горы. Я вот реально хочу в последнее время увидеть что-то красивое, природное, а не вот это все. В Гималайи, что ли, податься. Причем ведь по старым картам в Африке очень много гор, горных массивов. И вот. Представьте, как это все выглядело раньше. Ведь оно-то где-то сохранено. Кто-то же это все видит, кто-то это сохраняет. А вот еще, блин, ну тут вообще, смотрите. Я просто показываю, я ни на что не претендую, ни на что никого не пытаюсь впихнуть это в голову. Это сами можете зайти и посмотреть. Ну что это? Остатки чего? И никто ни в одной исторической книге об этом не говорит вообще. Почему? А вот такую штуку я видела в Мурманской области. Глядите. Вот, скорее всего, кто-то напал. А что, если реально кто-то напал? Я сейчас... У меня несколько вариаций, и я пытаюсь хотя бы одну из них подтвердить. Но однозначно... Окей, карта Google. Special for you, skeptic. Вот это уже не карта Google. Тоже люди там реально были. Я поняла, в общем, таких людей, которые заходят на трансляцию, а бы что-нибудь ляпнуть, я на них даже внимания не буду обращать. Ну да, карта Google. Так, продолжаем дальше смотреть карту Google. Такс. Теперь старые карты. Это вот, вот в этом районе. Где-то вот здесь как раз. Вот где-то здесь. Эрозии? Еще раз. Специально для вас. Эрозии. А это место, которое я только что вам показала, вот оно. Тоже эрозии, да? Ну ладно, пусть будет по-вашему эрозии. Давайте смотреть дальше. Эрозии. Так, это Нигер. Или Нигер, как оно правильно. Так, это уже город. Нам это пока не интересно. Так, сейчас я пытаюсь понять, где это закончилось. Ага. Такс. Это у нас речка, я надеюсь. Да. Даже вот, смотрите, на речке остатки. Это что такое? Не, это, по-моему, овцы, если не ошибаюсь. Я надеюсь, это овцы. Я очень хочу что-то нормальное увидеть. Природное. Вот серьезно. Нет, это я просто говорю тем людям, которые хотят верить, что это эрозии. Пусть будут эрозии. Только что могло сделать такие эрозии, да еще и полосами. Остатки чего? Остатки городов, которые были на старых картах. Сейчас их нет. Ну, кто-то их называет эрозиями, а кто-то называет их уничтожением. Вот камушки. Эрозия. Вот, я же говорю, эрозия. Ветер, песок, вода. Ветер, песок, вода сделали свое дело. Да что ж не осталось? Осталось.
только от Хиросимы и Нагасаки тоже мало чего осталось после бомбардировки. Это случилось относительно недавно. Там сколько? Ну, сейчас уже это все отстроено, естественно, сейчас это все не этот, но снимки-то остались. Да, часть из них стали достоянием Англии, я бы так сказала, на тот момент. Чего секрет? Так, это Google карты. Те карты были старые, там, тысячу разных годов, до 1700-го. Ссылка на них есть в Телеграме. Можете сами зайти поглядеть на эрозию. А вот это что, кстати? Вот тут мы еще не глядели. Потом я вам покажу такую максимально большую эрозию. Так. До Гранд Каньона давайте мы дойдем чуть позже, хорошо? Для... хотя бы с Африкой, и постепенно будем по всему миру добираться. Потому что, как я уже говорила, это случилось... там четко были очертания зданий, эти не знаю. Ну да, за Хиросиму, Нагасаки. Да, это та же тема, я не спорю, но я хочу это все сделать постепенно, а не кидаться от одной страны к другой. Я хочу одну страну, континент просмотреть, потом другой, и уже делать какие-то выводы. Ведь Гранд Каньон — это не единственный каньон. Не похожий каньон, я уже не помню, где я видела, на каком-то тоже материке. Да, до глаза Сахары мы дойдем тоже. Чудесная эрозия, в кавычках. Чем вам не фундамент? Ну, как-то так. Теперь, что было на этом месте? Мне очень интересно посмотреть. Глядите. Что поспособствовало тому, что вы стали изучать карты? Как минимум, несогласность с тем, что вообще говорили на уроках истории. Как максимум, то, что я воочию видел, как переписывают нашу историю. Когда у нас было все по одному, а нам сейчас начинают рассказывать совершенно по-другому. Причем уже поют как с одной, так и с другой стороны. Но если бы я не была свидетелем всех этих событий, не видела бы все воочию, что у нас происходит, я бы, может, тоже поверила в то, что они рассказывают. По поводу каньона, там не все так однозначно. Они тоже были, этот проект в каньоне, тоже его просматривала. И как бы река, которая его вымыла, вопрос, куда делась такая масса воды? Если она была огромной, огромный поток. Мне кажется, это вообще было разово. Про славян мне тоже писали, что это вы сами называете себя рабами. Но это в тему о том, что я говорила. Slave. С английского это означает раб. Поэтому тема славян как бы стала сейчас остро. И плюс к тому, что есть сейчас куча псевдо-людей, которые начинают рассказывать, что я знаю историю очень хорошо. Именно в славянской тематике. А я говорю, откуда вы это взяли? Оттуда, с такого-то ресурса интернета. Я говорю, окей, говорю, откуда ресурс интернета взял? Вообще, смотрите, фишка всех книг, которые есть в мире. Они содраны откуда-то. Кто-то списал у кого-то, тот списал у того-то. А я же смотрю первоисточник. И я вам покажу сейчас книгу, в принципе, которая будет. Так, ну с этим более-менее разобрались. Теперь я хочу понять, что же здесь был за город. Так, Тунис, вот этот выступ и вниз. А причем раз, два, судя по всему, тут не один город был. Старая карта в помощь. Так. Куда делать вот это озеро? Мне интересно. Так. А, нет, стоп. Это Европа. Сейчас. Вот она, Африка. Так, это где-то вот так и вот сюда вниз. Примерно. Довольно интересно, помимо картины. Да. Очень интересно. Причем, если часть ты перевода знаешь и, в принципе, понимаешь, о чем там речь, то это очень хорошо. Так. Теперь я пытаюсь понять, что вот за место было. Скорее всего, это вот это. Ну, вот это я имею в виду. Я просто по рельефу этой местности смотрю на ту. Понимаю, масштаб разный, но вот он, этот выступ. Или вот это даже, вот эта часть.
Чекаю наш спільний етер. Не сподіваюся на просвітництво вас, але може хтось то щось зрозуміє. По поводу чего эфир будет, стесняюсь спросить. Если по поводу 2014 года, я не собираюсь ни с кем вести эфир, так как вас здесь и близко не было. Нет, нельзя, к сожалению, потому что масштабы карт совершенно разные, и тут без вариантов. Тогда не было тех технологий, чтобы можно было измерить это все. Я пока навскидку это гляжу. Теперь так называемый глаз Сахары. Если другая тема, без проблем. Вот он, глаз Сахары. Да его так называют. Вот так это выглядит на местности. А самое интересное насчет предок, я уже об этом тоже говорила. Свою родословную очень сложно отследить. Максимум, то, что мне удалось найти у моих знакомых, которые тоже задались этой целью, это 1800 и там 850 год, все. Причем ни бабушки, ни прабабушки, те, которые живы, они ничего не знают. Когда у них спрашиваешь, там, бах, там, а где, откуда твоя бабушка, там, прабабушка, я не знаю, я не интересовалась. Поэтому без вариантов. Глядите. Ну, это уже нынешнее поселение, это горы и ветром надуло. Теперь, что же здесь было до ветров надутых? А мы видим озера, города, очень много городов, тоже ближе к этому. Это одна карта. Теперь вторая. То же самое. Озера, города, Ливия, Зара. Вот они, города. Ну да, есть люди, которые верят, что это ветром надуло. Еще одна карта. Это разные года, разные авторы, напоминаю. Вот они. Сара, Ливия, Нигер, Нигра, Ливия, Бар. Городов куча. Сейчас там нет ничего. Вот еще одна карта. А, нет, это уже не к этой местности. Я их позакрывала половину. Да, в принципе, ничего не пропустили. Теперь, собственно, то, что я вам хотела показать в конце. И на сегодня закончу. Вот это оригинал. Это книга. 1663 года. Написано Джон Уолмей. Нет, автор Олеариус Адам. Он был приглашен в страну. Это оригинал, я показываю. Она оцифрованная. Он был приглашен в одну страну для того, чтобы описать ее. Вот, что случилось в действительности, я и хочу узнать. Теперь момент. Как называлась эта страна? Вот, просто поглядите на эту гору, да? Прочтите это слово, эти слова. И подумайте, о какой стране сейчас пойдет речь. Ну, я, точнее, очень кратко об этом расскажу, когда мы будем изучать эту местность. Тут тысячи информаций. Движа гора. Ну, в том смысле, что это гора, в любом случае. Слово «гора» есть только у нас в названии. Теперь по поводу самой карты. Это карта страны Тартарии. Угу, Тартарии, вам не показалось. Есть все, может, и Девичья гора, может, Девовыжна гора, ну, то есть удивительная гора, Девчачья гора. Смысл в чем? Это описание страны Тартарий. Книга сохранилась, она есть, она оцифрованная. И также есть описание самой страны полностью. Пригласил царь страну Тартарию. А теперь вопрос, почему мы об этой стране ничего не знаем? Вообще ни с одного курса истории. Знаем Русь, Россия, а Тартария не знаем. Нет. Тартария не относится к России. Смотрите. Потому что Левашов — это спорная личность. Это карта Тартарии. И она густо заселенная. А вот вам Байкал-Лакус. Озеро Байкал. Поглядите. Все заселено. Все. Не, вот она какая огромная.
Руси как таковой не существовало. А Левашов на что опирается? Он просто рассказывает, а я вам показываю реальные источники, реальные факты. Я могу ошибаться, но я вам показываю то, что вижу я, и вы можете делать свои выводы. А это называется Тартария. Более того, глядите. Mare Tartaricum. Море Тартарии. А сейчас это называется по-другому. Еще момент один. И на сегодня, наверное, все. А мы уже не пойми, кто на самом деле. На какие как факты он опирается, если честно, я не пойму. Взять этого Трёххлебова. Вот книга, короче, она большущая. Взять того же Трёххлебова, я уже показывала эту книгу. Смотрите. Ну, Трёххлебов, Клич Феникс, он там о славянах рассказывал, откуда кто пришел, про вот происхождение славян, письменные источники, про родину и прочее, прочее. А теперь открываем сами источники. Сейчас, их тут очень много. Так, а Левашов? Вы думаете, он другими источниками пользовался? Они друг у друга передирали, переписывали и по-разному говорили. Именно поэтому я не хочу читать умозаключения других людей. Костомаров, тут же. Славянская хронология. Есть пару интересных книг по типу Ломоносова, можно почитать. Но Махабхарата, кстати, он их куча, я вам просто их показываю, эти источники. Святой Евангелие, по-моему, там был даже... а кто-то там такой был интересный. Сейчас, только что на глаза попадался мне. Носа, обряды еврейские, описание церемоний. Ну, в общем, каждый передирает у друг друга и пишет своими словами. Я не хочу ни у кого ничего передирать. Я хочу лично сама все видеть и смотреть. И то, что я вижу, и то, что я сравниваю с разными источниками, совершенно разными, лучше бы мы там что-то обсуждали. Махабхарата. Возможно, дарил, я об этом не в курсе. Ну, в общем, завтра вас попробую тоже провести трансляцию.